Здравствуйте! Многие люди с возрастом начинают испытывать неприятное ощущение, когда по ночам немеют пальцы рук и ног. Зачастую эти признаки свидетельствуют о развитии атеросклероза кровеносных сосудов. Атеросклероз – это одно из самых серьезных сердечных заболеваний, когда стенки сосудов уплотняются, а в местах повреждения сосудов образуются холестериновые отложения, мешающие нормальному кровотоку. Атеросклероз может спровоцировать стенокардию, инфаркт миокарда, инсульт. Чтобы не допустить этого в будущем, следует позаботиться о сосудах уже сейчас. Чистка сосудов домашними средствами. Какой бы способ вы ни выбрали, очень важно соблюдать диету и отказаться от злоупотребления продуктами, содержащими в своем составе большое количество холестерина. Помните, самолечение может быть чревато губительными последствиями. Начиная очищение сосудов домашними средствами, проконсультируйтесь со специалистом. Продукты для чистки сосудов. Льняной кисель. Содержащиеся в семенах льна жирные кислоты омега-3 нормализуют давление, предотвращают потерю эластичности артерий и почти на 75% сокращают отложение холестерина на стенках артерий. Для приготовления средства вам понадобится 1/3 стакана семян льна и 1 литр воды. С вечера залейте семена водой, доведите до кипения и 2 часа продержите на водяной бане. Утром, после того, как отвар настоится, процедите его и перелейте в стеклянную банку с крышкой. Должно получиться примерно 850 мл киселеподобной жидкости. Ее нужно выпить за 5 дней. По 1/3 стакана утром натощак и вечером до еды. Грецкие орехи и оливки. Для приготовления средства возьми 1,5 кг молодых грецких орехов и 0,5 кг оливок. Пропусти их через мясорубку и употребляй по столовой ложке ежедневно. Смесь храни в холодильнике. Курс лечения занимает около 2 месяцев. Лимонно-чесночная настойка. Лимоны – это отличный антиоксидант, который защищает сосуды. В чесноке есть соединения серы, которые тормозят развитие атеросклероза. Ешьте чеснок ежедневно по 3-5 зубчиков. Для сосудов это полезно. Лимонно-чесночное лекарство поможет снять воспаление, привести давление в норму. Измельчите 10 зубчиков чеснока и 1 лимон. Смешайте с 1/2 стакана кипяченой воды. Дайте настояться 3 дня. Употребляйте по столовой ложке 1-2 раза в день в течение месяца. Храните средство в прохладном и темном месте. Мед и корица. Для приготовления лекарства потребуется 0,5 литра кипяченой теплой воды, 2-3 столовых ложки домашнего цветочного меда, 25 грамм корицы. Перемешайте все и остудите. Принимайте в течение 1 месяца утром и вечером по 0,5 стакана. Очищение травами. Возьми по чайной ложке аптечной ромашки, тысячелистника, бессмертника, березовых почек. Смешай все компоненты и залей столовую ложку готовой смеси 0,5 литра кипятка. Дай отвару настояться 20 минут и процеди через ткань. Пей средство для чистки сосудов на ночь и после этого с утра за 20 минут до еды. Курс лечения 2 недели. Профилактические меры для укрепления сосудов. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Эта известная пословица «как нельзя лучше» характеризует проблему с холестериновыми отложениями на сосудах, поскольку атеросклероз развивается десятилетиями, а чистоте сосудов нужно задумываться с молоду. Какие продукты ввести в рацион? Сырые семечки и орехи, блюда из печени, фасоли и рыбы богаты витаминами А и Е, а также селеном. Эти вещества улучшают эластичность сосудов, их ломкость упреждают омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые еще способствуют выведению токсинов из организма. Больше всего этих кислот в морской рыбе. От каких продуктов отказаться?
употребление колбас, промышленно приготовленных соусов, кондитерских изделий, сахаросодержащих продуктов ведет к воспалению в сосудах, увеличивает их ломкость, и организм вынужден латать их. Физическая активность. Физические упражнения сжигают жировые отложения и снижают уровень холестерина, регулируя жировой обмен в организме. Тренированное сердце изнашивается значительно медленнее и способно перекачивать больше крови. Сосуды тоже тренируются, их стенки становятся более эластичными и прочными. Это значительно снижает риск развития холестериновых отложений. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Будьте здоровы и счастливы!